У меня только две мысли. Первая мысль. Меня бесит открывать, потому что надо говорить и надо какую-то информацию для себя брать, посмотреть по всем. Я думаю, 2-4 красные. Вторая мысль. Смотрите, я когда ехал сюда, я понимаю, хотелось бы, конечно, уезжать потом отсюда с ожерельем. Это понятное дело, хотелось бы. Но в глубине души у меня вот брали интервью, что бы ты хотел здесь показать вообще. Чего хочет добиться здесь. Это, конечно, доставая красную карту, я достал еще красную карту. Это вот показать просто хорошую красную игру. Потому что, мне кажется, смысл игры это найти мафию. Смысл игры найти мафию. И типа, когда ты играешь красным хорошо, это запоминается. И это прям самому приятно. А то, что ты черным сыграл хорошо или плохо, это забудется даже тебе и, ну, и другим играм. А вот красным это всегда приятно будет. И люди будут что-то писать, и сам будешь себя благодарить. Это у меня красный, а 24 красный. Спасибо вам, слово игроку номер 2. Да, выставляю один на голосование. Так, наверное, сюда надо говорить. Вот, без привязки к цвету, правильно формулировка, то что-то забыл. Правильно, без привязки к цвету передаю привет госпоже Рад. Спасибо за беспрецедентный уровень поддержки. Вот,
готов сыграть еще один магистрейт вот сейчас, а не через год. На самом деле, пока что такое есть. Пока играю с игроком номер один, мне кажется, больше паттерн игрока красного. Есть такие игры, которые запоминаются, есть такие игры, которые не запоминаются, или запоминаются послевкусие. Вот для меня больше запоминается послевкусие от игр, либо какой-то типа кринж. Короче, когда что-то вот из ряда вон выходящее произошло. Да, плюс игры есть, которые важны, а есть игры, которые не важны. То есть, например, на мастерсе, на израильском мастерсе там было три игры, которые вообще ни на что не влияли. На этом было, наверное, меньше. Мяс, спасибо вам, слово игроку номер три. Доброе утро, город. Вы таким тоном сказали слово кринж, как будто вам лет много. Вот, и он такой, кринж. Это нормальное слово. Есть жесть такой кринж. Хотите, вот можно так вот показывать, что, ну, я вам рассказываю, учу вас. Мне кажется, что у вас однозначно были игры, после которых можно сказать, что вы, ну, то, как вы играли красным, такие игры были. У Вовы скорее не было, поэтому вот если там... Я пока что сейчас не понимаю, кто два, выставляю два на голосование. Такая, что и слушала, если вы красный, чтобы у вас была возможность там сыграть против черных на попиле первым, допустим, и так далее. Потому что не было такого, что два прям как-то проявился в играх. По два – непонятно. Пять черных, ты думаешь, посмотрим... Ну, короче, там по речи можно будет понятно. По один, я играю с один, мне понравилась речь, и то, что он выделил, тоже сразу проснулся, посмотрел на два, посмотрел на четыре, это его тысячка речь понравилась, один я играю. Два не хватило, ну, просто не хватило, будем слушать на повторение. Варе, да, спасибо вам, слово игроку номер четыре, госпожа. Я сыграю 1-3, и типа не 100, прям 1000000% черный два при этом. Ну, типа, мне нравится, что три хочет переслушать два, потому что два мне тоже не хватило, но типа вы говорите оба игроки 2-3, что паттерн у один, что он смотрит на игроков. Ну, конечно, если он большинство красных карт достает, черному будет то же самое делать, ну, понятно. Но это больше даже два сказал, что один красный за этот паттерн. Ну, типа, он обязательно это будет на черной карте делать, если он черный, обязательно будет меня, ну, как по, ну, я думаю, называть красный. Пока начал два раза он был черный, два раза он меня заочно называл красный. Но два надо послушать. Типа, мне очень нравится второй игрок, как ваша манера речи. У вас это какая-то теплая, такая уютная. И против вас мне сложно играть, но, между, допустим, между 2-3 краснее 2. Ой, извините, 3. А в один мне еще понравилось, как он сказал, что его бесит открывать. Во-первых, меня бесит открывать. Прям сразу обрадовалась. 10 секунд. Ну, согласна с вами, потому что меня кто-то в последней игре пересадил на номер 1 с 10-го. Я пытаюсь узнать, кто это был в доме. Вре. Да, спасибо вам. Слово игроку номер 5, господин Расова. На 1-4-5 моя команда. 2-3 послушаю потом. Думаю, что 9-й игрок либо черный проснулся в очень классной команде уже, играет в меня зачем-то непонятно. Мы это послушаем. Кстати, буду внимательно слушать, за что вы показали, что я черный в какой-то момент. Потому что по лицу вы мне не ухватили, это я поняла. Уже за много игр. Вот. Ну и даже если бы находили, то это не тот случай. Вот. Короче, либо в хорошей черной команде проснулся, либо красный, так я подумала. Потому что когда он просыпался с нами в черной команде, он не сидел таким веселым. Он прям был очень грустный. Да, со мной вместе черным проснулись, с Доном, по-моему, были. Вы были очень грустным, а сейчас вы очень веселый. Поэтому я подумала, что либо хороший черный команде, либо просто красный. Вот. Один поговорил хорошо, красный, все назвали красным, играю. Ты сказал, что 4 по лицу красные, но ты сказал, что и красные 2. Но в 2-3 там что-то, может, оба красные, может, нет. Посмотрим, прислушаем 2, тогда уже будем разбираться. Мне лично показалось, что 2 больше красные, и 10 показалось, что 2 больше красные. Время, спасибо вам, что вы как у нас 6. Так, в первую очередь, небольшое мое наблюдение есть. Я прошу к нему прислушаться, это действительно важно, мне кажется. Утром проснувшись, я увидел, что кроме игроков номер 1 и 2, большинство стола улыбалось и смеялось. Это значит, и так как я играю, ну, в будущем вы увидите, с игроками номер 1 и 2, большинство черных, придумаю, все черные игроки улыбались, были на веселье и так далее. Это значит, что черные сейчас расслаблены, будут теплые речи, будут, возможно, хорошие речи, и этот круг к нему прислушаться как основополагающему не стоит. Это то, что я хотел сказать. Теперь, я играю с игроками номер 1, 2 и 4, без 3. Не говорю, что 3 прям черные, но что мне не понравилось в игроке номер 3, Космос сказала, то, что у первого были классные игры, а у второго пока что супер классных игр не было, дадим ему возможность проявиться. Второй не говорил про то, что он хочет сыграть какие-то супер классные игры, чтобы проявиться. Это была речь игрока номер один. Два вообще говорил про другие вещи. Это во-первых. А во-вторых, у два были классные игры, когда он себя проявлял, хорошо играл красным игроком. Поэтому для меня речь три была странной. Вот. Пять говорит, что думает, что девять может быть игроком красным, когда девять закидывает, говорит, что пять мафия. Мне кажется, что это не свойственно и называть игрока, который называет ее черным игроком красным. Вот. А четыре прикольно отреагировал на игрока номер один. Поэтому моя команда на момент это игроки номер один, два, четыре. Показать, что черный, серьезно. Угу.
Блин, а что делать? Вот я говорю все свои мысли, а что делать, чтобы быть красным? Можно узнать? Мя, спасибо вам, слово игроку номер 7. Да не бери в голову, я так давно уже знаю. Забудь с собой. Давайте так, стоп, вернулись, ребята. Смотрите, значит, по ощущениям, до меня поговорило минимум два черных игрока, то есть для меня... Если есть черный, один только после меня. То есть, соответственно, здесь два минимум, может быть, три. Самый черный игрок номер пять. По подаче, как она говорит, то есть, ну, вот, выстрел пять уже ломаем, выносим, заказываем кофе. Нет, спокойненько. Будет говорить, вы очень обычно полутру активные. Сейчас на номере один. Какие вы цвета собрали? Это плохой ответ, я вам сразу проговариваю. Вы знаете, да? Объясню, что вы сказали речь, не соответствующей правде. Потому что, как мне кажется, у вас были хорошие красные игры, и вы это знаете. И вы это знаете. Соответственно, это была, могла быть речь, внимание, это могла быть речь черного игрока. Значит, на папере вы пишете с тем, кого вы черным считаете. Вы стали один, это будет ваш вклад в игру. Сейчас ничего не ответил. Если он какую-то билиберду запилится с два, это так. От пять черный, для меня два скорее красные. Хотя я не думаю, что два игрока черных, думаю, два красных. Спасибо вам, свой игрок номер один. А я подозреваю 2-3 вместе. Вот у меня свой профиль. Вы ищете какие-то... Я ищу кто вместе. Почему? Значит, аргумент хороший. Значит, вот третий игрок, она говорит по игроку номер 2, она не боится потерять его руку. Она говорит, у игрока номер 2, но игрок номер 2 первый день отыграл действительно очень круто. Это то, вот за что шестой игрок, да, там нашел игрока номер 3 подозрительным. А я нахожу ее еще перспективно, возможно, со вторым игроком, потому что она не боится обидеть игрока номер 2. Игрок номер 3 скорее склонен пятая черная. А почему не 2, 3, 5? Потому что есть 6. Шестой черный. Оригинально. Такая интересная игра. После предыдущей все такие интересные, ребят. Фух, для меня 1, 4 и 7 красные и 9 не черные заочно. Вот, это вот цвета, с которыми я играю. Среди остальных может быть что угодно. Я знаю, вы мне черным игроком не кажетесь, но вы кажетесь ему. А для меня он красный. И ему. Да, спасибо вам. Слово игроку номер 9. Да, да реально, да мы сидим много здесь уже времени, и кажется, уже есть какое-то понимание. Может быть, там куча черных в этих 3, 4, 7 и 8. Но мне кажется, что там может быть какой-то один сложный черный в 3 и 8. Я думаю, красный 7. Да просто, как ты говорил, ну что это, ну, речь лоску. Ребята, все, а я заметил, что когда мы все проснулись, все смеялись. Поэтому мне кажется, что у черных было классное настроение, и вот там вот, где смеялись, вот там вот черные. Ну что это за речь у 6, Женя? Ну я не знаю. Я в каждой игре, когда я красный, слышу примерно такие же аргументы. Классно, вот меня ты слышишь первый раз. Я не помню, чтобы я красным печатал тебя красного. До этого, за, не знаю, 16 игр было или сколько до этого. Поэтому на меня можно так не реагировать, ничего не... Я не уверен. В 5 я уверен, в 6 нет. Я бы настолько, что 5 сейчас забрать, а потом пилить. Стали 5. Принято. Ну хорошо, но вы очень плохо сидите, вы очень плохо поговорили. Мне кажется, вы черная. Мя, спасибо вам, слово игроку номер 10. Так, я. Да. 6. Представляешь, 6. О, да. Не то, что ты не то, что точно черный, я хочу тебя точно переслушать, и я был бы не против твоей проверки. Я люблю, когда ты проверенный красный, мне комфортно. Я играю 3-4-9. Я еще хотел сыграть с первым игроком. Но я послушал речь седьмого. Слушал речь седьмого игрока, и это было реально прикольно. Мне показалось, что нужно прислушиваться к цвету седьмого игрока. Ты знаешь, что первый черный и так подобное, что можно послушать седьмому игроку, и девятый играет седьмым игроком. А мне девятый показался очень красным. Я подумал, что третья больше. Но я не готов к тебе цвет, но я показал, что подумал, что она больше красная. Четвертый показалось. У меня, ну, короче, цвета совпали, поэтому я точно не играю точно против всем. Первого нужно переслушать. По поводу второго, я вообще. Не показывает. Меня спрашивают, кто два. Я говорю, я молчу. Хотя бы круг промолчу. Я ошибся. Да, это был один раз, я ошибся, но неважно, я обжегся, поэтому делать не буду. Вот, пилим 1-6. Что я хочу. Да, сам подозрительно, я тут игрок номер 5. Я так посчитал, тебя больше красно. Что? С 2 по 6 в 1. Половинками пилим. Да, спасибо вам, мы переходим в суд. Мы в суде, никто ничего не показывает, мы в суде. 1, 2, 5, 6, порядок голосования. Повторяю, 1, 2, 5, 6. Кто против игрока номер 1? Спасибо, 5 рук. Кто против игрока номер 2? Спасибо, нет рук. Кто против игрока номер 5? Спасибо, нет рук. Кто против игрока номер 6? Спасибо, 5 рук. Игроки номер 1 и 6 по 30 секунд, игрок номер 1 начинает.
Я думаю, это не такой сильный аргумент, но по поводу 6... Он надел кольцо на 9-й палец, а она туда смотрит. Я пыталась понять, на какой палец он его надел. Фол, игрок. Те же пальцы вы угораете, да? Номер 4. Короче, номер 5, от вас нужен выкрик от стрелок без шагов. Давай, проверяется один тогда уже, давайте без этого. Смотри, я думаю, по поводу аргумента 3, это плохой аргумент, но по поводу 2 правильно все. Потому что это ее субъективное мнение, что может 2 там плохо играть. Поэтому подозреваю 6, он должен был показать, что 7 черный, потому что 7... Самый задорный парень. Я думаю, черный 10. Да, спасибо вам. Слово игроку номер 6. Я и так думал вам все простить за атаку меня, но теперь прощаю еще больше, потому что тоже следил за рукой, он постоянно его как-то доставал туда-сюда обратно, я прям ждал, когда он что-то с ним сделает. И то, что 4 так отреагировало, это было по-красному. То, как 7 поговорил, то, как он обращался к 1, к 5, супер классно, мне нравится. Играю 7, играю 9. Против 8 пока не играю, но слишком много красных для меня будет. Я считаю, что зона риска для меня лично на данный момент это игроки номер 1, 3, 5, 10. 10 не мог стол поделить, по 3 аргумента сказал на прошлый круг. 5 все нашли, один игрок сейчас действительно, ну, немножко подспалился. Мне кажется, все. Аргумент, что 2-3 вместе уже на данный момент разбивается, потому что слишком много черных есть помимо них. Спасибо вам. Мы переходим. Фол, игрок номер 5. Мы в суде. Приходим в суд. 1-6, порядок голосования. 1-6. Кто против игрока номер 1? Спасибо, 5 рук. 5 рук отходит игрок номер 6. Ставлю вопрос, чтобы поднять обоих. Кто может поднять? Спасибо. Одна рука. Недостаточно. Ночь. Кольцо, боже мой, опять. Почему? Вот смотрите, ребят, лучшая реклама для каких-то брачных агентств, мне кажется, что преимущество получают женатые мужчины, у которых есть жены, кольца и все остальное. Фух, надела кольцо. Может, кто-то из ювелирного так хочет стать нашим спонсором? Хорошая реклама. Промах. Промах. Угу. А кто промахнулся? Кто-то одновременно... В разных они стреляли? Да, стреляли в разных. Mm-hmm. По-моему, первый промахнулся. Вот. Шериф не найден. Промах, шериф не найден. Как-то все стало плохо. Первого нашли по динамике, которую он не давал, ребят. Если что, динамику давала космос. Самое обидное. Знаешь, там, давай динамику 3 плюс 4, тебя подозревают за динамику, о ком я поговорю вторым. Здесь то же самое. Самое обидное, когда у тебя статика, а тебя снимают за динамику. 6 проверенные красные. Лёша попросил поверку 6 игрока. Утро. Недоброе для матки промах. Игрок номер 2. Вас не надо. Да, но мы общаемся, разговариваем, выставляю 8 на голосование. Принято. Пока что мы общаемся с игроком номер 8, выставил вас, потому что у вас для вас, вы пилите двоих на подъем, пока не канает. Можно, вот смотри, для вас я игрок не красный, правильно, прошлый круг? Все, пока со мной не надо общаться, меня надо слушать. Пока что, если 8, если 3 это игрок черный, то скорее с игроком номер 8. Потому что 3 не понравилось так от 8 игрока номер 2 и 3. Да, я рад, что со мной сыграли почти 0 игроков после того, как с 4 сыграли много, после того, как один сказал, что 4 это игрок красный, и я игрок красный. Из команды 1-4 выкинули 2. Поэтому очень результативно. Так, пока что я не вижу. Для меня лично 6 ничего плохого не сделал, а 10, если красный, 3-4-9, всех красных. Время. Спасибо, ну слово игроку номер 3. Ну, 1-2-5, это мой лучший ход, это мое все, куда я играю, это 1-2-5, я не это самое. По 10, ну 10, я вижу, что вы показали, что он подозрительный, но он сыграл 3-4-9, он пока что стерильный, он пока что не опасный. Вставляю 1, принято. Выставьте 5, вы шериф, вы делите, двоих поднимаете, хорошо, как скажете, пятерых... Не-не-не-не-не-не-не. Пятерых. Не-не-не-не-не. Да, да, спокойно, спокойно. 1-5. Да, я бы больше 1-5 подумала. Но это как бы. Это мое 2 тоже. 2 непонятно. Выставление 8 для меня это что-то очень такое интересное. Кто черный? Я же спучила, только что ты не слышал. Она сыграла 2-3. Никогда такого не было. Никогда такого не было, что 8 сыграла в 3. Никогда. И вот снова. Но как бы. 1-2-5. Зона риска. По 6, единственное, что смущает, что он там жестко не откатил, не попросил себя на проверку, но с другой стороны,
Последняя грана лучше. Мяс, спасибо вам. Снова игроку номер 14. Так забавно, госпожа Космос. У меня в предыдущей игре был тоже лучший ход. Типа 1-5-9, как у вас тут. Я думал, 1-2-5, выставляю 5. 1-2-5. Ну, смотрите, для меня вот эти крики отстрелов выглядят как какая-то динамика. Стреляю плюс-минус, что-то там. Какая мотивация вот у вас кричать этот отстрел? Про, ну, не, вот вы считаете один черным, поэтому вы кричите отстрел. Ну, сломайте пер. Можно не щелкать. Стреляю один. Что, не важно. Что, я не поняла, что вы показали, потом вы нам объясните. У меня тоже была мысль 1-2-5 черные. Ну вот так именно 1-2-5. Потом как 2 поговорил на попиле, мне не понравилось. 5, ладно, ну после этого выкрика отстрела. Плюс игроки, которые я считаю красным, подзорят 5. 1, ну блин, с этими кольцами, конечно, если мы это, то это будет печально. Спасибо вам. Господа игроки, не отбирайте право высказываться у других игроков. Все хотят высказаться. Не машите руками. Игрок номер 5 говорит. Выставляю 1, выставляю 3, выставляю 5. Не знаю, я бы вообще пятерых попилила. Прям всю эту сторону без 2 только. Вот, кого-то с той стороны еще бы забрала. Да, да, всю без 2. Всю без 2. Ты красный, соответственно, потому что здесь двойка, как ты сказал, так и есть. Причем сейчас. Потому что, короче, почему крикнул отстрел? Мы общались 2, я же сказала, что я считаю его больше красным, правильно? А он смотрит, он показывал, что я шериф. Я ему показала, я не шериф, если что. Ну, типа, ну, намекнула, что я ничего не собираюсь скрываться, могу провериться и так далее. Он мне говорит, крикни отстрел, пожалуйста. Ну, потому что я черная в столе, типа, все называют меня черная, а я красная. Видимо, он нашел мне красный и говорит, крикни отстрел, без отстрела не получится. Он, кстати, под фол это сказал, вы что, не слышали? Я говорю, ладно, хорошо, я крикну отстрел. Долго думала, поняла, что отстрел в один, это было прям плохо кричать, потому что я его тогда ломаю, типа, если я черная, что я его стреляю, если я могу в него ломать, надо было в 10 отстрел кричать. А, нет. Да, я 10 секунд. Просто у меня 1 и 10 одинаково. А, кстати, у меня 10, потому что очень подозрительный был. Блин, короче, 1. Короче, походу 6, 7, 8, 9, все красные игроки. Мя, спасибо вам, слово игроку номер 6. Хотя, смотри, нет же контринформации, я проверенный красный. У 7-го шерифа, правильно, нет другого скрытия. Можно сделаем так, как я хочу? Для меня это просто важно, для моего счета игры. Я буду дальше сидеть в игре, я проверенный красный. Я проверенный красный, будет. Все, я не знаю, я шериф, я вскрылся 7. Я уже думаю, что он может быть мафия, потому что он идет себя странно, не дает мне рулить столом. Я не дам, я не буду говорить свою проверку, и поэтому я хочу, чтобы было так, как я здесь. Выставляю игрока номер 10. Мы пилим 1 и 10. Нет черной команды 1-2-5, потому что единственный шериф. Нет, мы пилим 1 и 10 и проверяем 3, потому что нет черной команды 1-2-5. Потому что 5 говорит, что давайте накрутим быстрее, поэтому проверка в 3. Поднимаем 1 и 10. Проверяем 3, потому что нет черной команды 2,5. После этого, если 3 красные, снимаем 2,5. Если 3 черные, то 2 красные. Вы это понимаете? Я что? Я все объясняю, нет другого. Зачем ты это делаешь? Нет другого шерифа, ты понимаешь или что? Нету другого шерифа. Нету другого шерифа. Мя, спасибо вам, слово игроку номер 7. Так, смотрите, сегодня же воскресенье, правильно? Я по выходным люблю рулить один. У меня такое дело, я не знаю. Я беру машину выходного дня и езжу сам, у меня такой разгрузочный как бы день. Поэтому я понимаю, как бы, ну, либо, как говорится, мы вместе куда-то уже поедем. Сначала вам за одеждой второго центра, потом уже там выедем по черным, поголосуем. Ну, давайте, короче, а вы с кем хотите между 5-10 больше? Со своим черным или с красным? С красным больше? Или с черным? Нет, мне кажется, со своим черным больше хочет сейчас. Выставляю 1, выставляю 5, выставляю 10. Ну хорошо, ребята, короче, мы в конкурсе 1-5-10, с двое из них запилится. Ты? Ну мой попутчик захотел. Это ты с ним разговаривай, ты показал ответ, что он черный. Вот, а он единственный шериф. Поэтому, ну тут понятно, что ты не шериф, потому что он единственный шериф. Кстати, а почему ты не раз подъем двоих? Ты хотел оставить двух черных или что, не понять? Мы же должны голосовать. 5 секунд. По идее. Ты смотри мне, потому что ты мне на карандаше. Я тебе сразу говорю. Вот. Все. Значит. Время. Угу. Спасибо вам. Слово игроку номер 8. А вам общественный транспорт подходит? Рулите один, а мы тут как бы в общем вагоне. Один рулежник, второй рулежник. Смотрите, мне кажется, что это не тот случай, когда вот у вас есть человек, который с единственным вскрытием, у них. 2 вскрытия на одного, и вы говорите, что делать. Выставляю 10. Мне десяток показался очень подозрительным игроком. Мне кажется, очень подозрительным игрок номер 2. Вот. Он мне не кажется игроком красным. Но если игрок номер 6 хочет садить с нашего автобуса игрока номер 1, я не против. Ну, типа, что еще раз
1-10 всаживаем. Остается 8-местная маршрутка без игроков 1-10. Да я не знаю, ну вы говорите 9-й черный, я его не посчитала сильно черным. Просто что он сейчас делает? Вот. Мне кажется, это подозрительное 3. Мне кажется, 2-3-10. Мой лучший ход был 2-3-10. Без игроков номер 1-5. Это, конечно, очень забавно. Мне прям интересно. Ну, возможно, 2 игры подряд таких, но мне казалось, 2-3-10 много игроков черных. Время, спасибо вам, Соник, номер 9. Да не, ну просто если шериф не 6, а кто-то в стороне, вскрываться. Я вот был бы шерифом, мне незачем вскрываться, когда вскрывается в стол 6, перед подозрительных 1 и 10, я вскрываюсь, если я шериф против какой-то версии там в 6, то я вскрываюсь на следующий круг, не в этот. Я сижу как мышь и молчу. Вот, и нормально делить 1 и 10, все такое. Ну, наверное, 5 вскрывается 6, или, наверное, 5 будет вскрываться с проверкой 6. И у шерифа, если это не 5, у него есть уже черный 5, но, вероятно, черный 6, какой-то черный в 1-10, так что поднимать нормально все равно. Вот, 1-10 хочешь, правильно понимаешь? Стреляй 1, стреляй 10, все. Заказ принят, мой капитан. 7 подозрительные. А когда ты ему вскрылся, ты не сказал, не уточнил. В 0 вскрылся 7. Ладно, следующий круг будет больше информации. Я бы на месте любого шерифа проверил 2,8, больше 2, и все, дальше будет понятно. Ну, не слев того шерифа, то его нет, ничего страшного. Да, спасибо вам, что вы как номер 10. Я даже не знаю, говори что-то, не говори что-то. Я не понимаю, почему не выставляй 5 на голосование. Почему ты не хочешь поехать? Что, подними 1,5, проверь меня. Почему ты так не хочешь? Почему ты хочешь поднять меня? За что? За то, что сказал, что 2,6 голосует в 1, а потом поправил и сказал голосовыми половинками? За это? Так а за что я у тебя черный? Хорошо, вот смотри, вот я черный, я бы точно вскрылся, я бы уже не дал бы поднять без тебя со стола. Я бы сказал, я шериф, если бы показал, я не шериф. Ну, зачем, я не понимаю, зачем ты это делаешь. Я подозреваю первого игрока, но думаю, 1,5 вместе черный. А почему, почему не 1,5 и проверить меня? Ну, обидно. Ну, у тебя есть какой-то план, хорошо. То есть хочешь сказать, что пятая краснее, чем я? Ты серьезно? Так если пятая не краснее, чем я, подними пятого игрока. Угу. Слушай, ну я не понимаю, что он делает. Ну, он шериф, где сам город, что он. Сурья 1, сурья 5. Спасибо вам, свой номер 1. А давайте нормально сыграем. Сурья 10. Выставлен. А, ты сказал, что ты скрылся 7. Подожди, ты скрылся 7. Выставил 10. Ты же 5 хотел, ты уже придумал игрок номер. Да, я передумал. У тебя 10 примерно черный же. Я, смотри, я вновь попилился 6, сказал, у 6 беспонтовый аргумент по поводу 2-3. Я сказал, черный 10. Если ты скрываешь еще черный 10, мы играем в четную. Ты проверяешь меня, снимаем сейчас 10 просто и все. Вот это зачем? Вы реально, вы играете по 20 лет, наверное, в мафию, и реально тут я... У меня здесь обручальное кольцо, и здесь то кольцо, которое я здесь ношу. Ну, я как бы, я не, ну, как бы, такую динамику не буду давать. Сейчас мы 10 просто голосуем. 10 секунд. Нормально, да? Спасибо. Спасибо вам. Мы переходим в суд. Мы в суде, никто ничего не показывает. Суд идет. 8, 1, 5, 3, 10. Порядок голосования. Повторяю. 8, 1, 5, 3, 10. Кто против игрока номер 8? Спасибо, нет рук. Кто против игрока номер 1? Спасибо, 5 рук. Кто против игрока номер 5? Спасибо, нет рук. Кто против игрока номер 3? Спасибо, нет рук. Кто против игрока номер 10? Спасибо, 5 рук. Игроки номер 1 и 10 по 30 секунд. Игрок номер 1 начинает. У вас смысл, что мы 1-10 вместе черный? Вместе не красный. То черный. Черный 10. Я это сказал, наверное, попили. Я сказал, подозрительный 6. У него активка. Я по поводу с тобой общаюсь. Я сказал, 10 черный, 6 подозрительный. Между 2-3 есть черный. Но опять, как поговорил, я думаю, на красный. Секунд. Вот и все. Да. Спасибо. Спасибо вам. Меня проверили, что 10 снимем. И у вас фол, игрок номер 1. Вы закончили. Игрок номер 10. Да даже не знаю, как раснится. Ну, какой-то есть план у игры у игрока номер 6, что я могу с этим поделать. Есть план, ну уже развлекайся. Я не понимаю, мне, я бы поднимал бы игроков 1, 2 и 5. Если ты меня подозреваешь, проверь, меняй. Если 7 черный, наверное, ты ему вскрылся до ночи. Значит, 7, наверное, больше. А, у тебя промах. Ну, не важно. 7, наверное, больше красный, значит, там было бы что-нибудь другое. То есть ты можешь проверить меня. 5 секунд. Ладно, есть план, развлекайся.
Спасибо вам. Мы переходим в суд. Мы в суде. 1-10, порядок голосования. 1-10. Кто против? Игра номер 1. Спасибо. 5 рук. 5 рук отходит игроку. Номер 10. За то, что поднять обойку за это. Спасибо. 8 рук. Игрок номер 1. Минута ваша. Ну, я красный. Значит, осталось 2 игры. Либо просто меня проверяете, и уже я буду играть. Нет, следующие 2 игры, которые останется. Давай без этого. Хорошо? Либо вы хотя бы аргумент, который считаете меня черным, будете нормально его как-то говорить. Я сказал черный 10, вы меня запилили с 10. Я думаю, также красный 2, красный 4. Блин, 5 не знаю. 5 играет от того, что здесь двойка черных минимум. Это либо 2-3 вместе, либо 3-4 вместе. 2-4 точно красные. 5 можно проверить. Смотри, 5 можно проверить. 5 можно проверить. Нет, а кто черный? Кто черный? Время. Спасибо вам. Поаплодируем игроку номер 1. Покидает игровую локацию игрок номер 1, игрок номер 10. Да, я думаю, что первый черный, и за столом двое черных игроков. Поэтому, пожалуйста, играйте версию, что я красный, и за столом двое черных игроков. Если бы я был бы черным даже с первым игроком, я бы не дал бы себя поднять. Ну, испан, типа, твоя игра, девушка хочешь. Желаю тебе удачи, пас. Мы в шоке. Да. Я на минуту отошла, смотрю, двух черных поднимают. Я не очень, ребят, просто реально... Непонятно, почему Маша не вскрылась. Жалко, Маша. А кто-то понял, почему Маша не вскрылась? Потому что она отказалась от шерифства. Лишь ждала, что вскроется кто-то. Ну, один отказался сразу вскрываться, еще когда его нашли с этим кольцом. Угу. Может, она ждала, что 10 вскроется. Не очень понимаю, почему она же Дон. Хызы вообще. Ребята, есть версия? Ладно, она вам расскажет, может быть, когда-нибудь. Ой, да, может быть, она ждала, что вскроется 10, скорее всего. Потому что первый отказался прям точно на попиле. Ну, не на попиле, а когда его спалили, сказали, что давай там, типа, этот, он сказал, я не вскрываюсь. А может, она ждала, что вскроется 10, там был подозрительным. Да, и шериф не найден. Ну, проверка требуется. Убили 6. Да. Так, какая разница, найден он или не найден, если... Да. Если проверка 3. Ладно, все, сухая. Жалко Машку, конечно. Ничего. Недобрая для вас, убитыми. 8-3 проверенная красная. Первая ночь 8, вторая ночь 3. Короче, что? Нейл. А, 3 проверенная черная, все. Да я знаю, что вы шериф. Да, все нормально. 3 черная, да, проверенная. Я думал, ну ладно, хорошо. 7 шериф, все хорошо. Шериф игрок номер 7. Вот, а вы их тоже, вы показали мне, что вы их вскрылись, правильно? Я просто на секунду подумал, что еще может быть она шериф, да, и тогда сейчас я думал запрятать и так далее. Ну, короче, вы просто их вскрылись, да, все нормально. Все нормально, ребят, успокойтесь, все это разыгрывали. Шериф, игрок номер 7. Вот, 3 черная. У меня вообще были на секунду мысли, что вообще мафия 1-3-10, потому что 3 так не хотела 10 поднимать, 1-10 поднимать, прямо очень не хотела, все такое, да-да-да-да-да. Что? Может быть 5, да, смотрите, все нормально. 8, ты давно вскрылся, да? Угу. Попробовал, да? Ну, короче, мне кажется, что убила бы тебя, скорее всего. 4, вела себя прям очень по-красному, 9, все хорошо делает, 2 не с 3, да, снять 3, снять 5, мне кажется, типа, где-то, ты думаешь, прям 2 черные? Короче, ладно, ребята, вы все равно... Спасибо вам, у вас пол за касание, игрок номер 6, вы покидаете игровой стол, никто ничего не показывает. Первым словом на кругу получает игрок номер 3, возможно. Выставляю 8 на голосование, слегка первая проверка у тебя. Ну, скажи, 7 или не 7? Принято. 1-3-10 черный, не обманывай, не думайте, что я сейчас что-то буду, это самое. Вы думаете, что это не так? Я честно говорю, что черный 1-3-10. Ну, если не это самое, как хотите. Поэтому мне интересно. 7 проверенные не шериф первую ночь, 6 во вторую. Я знаю, что ты шериф, и ты была в динамике дана. Через кто? Они опять, блин, промахиваются через 100. Первый раз Женя залагал, говорит, первый раз за 12 лет промахнулся. Кто из этих один, наверное? Хотя я довольно четко дала. Динамику. 7 она тебя проверила? Нет? Первую ночь. Да я, ну, блин, вот вы такие смешные. Все, хорошо, пас. Спасибо. Слово игроку номер 4. Ну, пускай, что только шерифом играл.
Выставляю 3. Типа, я даже не удивлюсь, если она не байтит даже, что 1, 3, 10 вместе черные. Ну, конечно. Да, они так плохо уходили оба, что 1, что 10. 10 сдался как будто уже на своей речи. Ну, делайте, что хотите, 1. Ну, проверяйте в следующий раз меня, а сейчас я пошел. Ну, какой даже борьбы не было. Хотя они оба, кстати, с 5 хотели пилиться, а 10 еще. Ладно. Блин, что же так просто 1, 3, 10? А, ты забыла, 10 красный. Шо? Ладно, вставляю 3. А вы не верите ей? А я почему-то верю, как 1, 3, 10, как 1, 10 уходили, ну ладно. Ну, вставляю 3, спасибо. Спасибо вам, Совой, как вы можете сказать. Да ну нет, если 1, 10 вместе, они вскроются же кто-нибудь, ну нет. Ладно, не подожди, я на всякий случай, ну, в смысле, не на всякий, а вообще это нормально, буду объяснять, не надо фалить, ничего не надо. А буду объяснять, почему я красная. Смотрите, ну, Альза играла 1, 4, 5, правильно? 1, 4, 5 на команду. Показала второму, что я тяжелее. И потом он сказал, что потом дала отстрел, случился провал. Если у меня динамика, даю отстрел плюс 2, например, какой-нибудь, то это же очень легкая динамика. Вряд ли в нее кто-то, это не визуальная динамика, которую можно промокать, это прям голосом я сказала. То есть, если, опять же, мы, например, вы же подозреваете 2, если 2 и 5 вместе черные, он мне говорит, дай отстрел, я такая даю отстрел, но это, точнее, не так даже это работает. Потом говорила, да, 1-10 попилить, все круто, можно попилить 1-5 или 1-10 или 5-10 и выставила всех этих игроков. И вообще могу, можно, говорю, пятерых попилить, и чтобы там обязательно было 3. Но я сказала 3-4 без 2 просто, вот эту сторону, и еще десятку добавить. Ну было же, было. То есть я готова была прям вот пятером встать, потому что один единственный шериф. Время. Спасибо вам, слово игроку номер 7. Соляра, номер 3, все, хорошо, что вы объяснили, я уже думал, что вы черная. Как я могу с 9 заочно сыграть, если я в 5 не сыграю? Вы просто объясните. Я проходил это 20 лет до этого. Если я хочу играть с 9, должен сказать, что 5 черное. Понимаете или нет? Я, да, 5 черное, 9, я тебя нашел. Только так, я не могу сказать 5, ты красное, 9, я тебя нашел. Потому что тогда кто черное? 5 и 7. Нет, 5 и 7. Вот. Так. Какой сегодня день? Воскресенье? Ну, выходной день, я же говорю. Чтобы так играть, нужно вскрываться в ноль шерифом, как сделал я. Ага. Вот. Кстати, очень интересно, первый говорит, я же понимаю, у тебя 10 проверенный черный, давай снимем просто его. А зачем ты пилился? Ну, хоть подними 5. Ну, он же можешь просто попробовать хотя бы. Я предложил, говорю, с кем будешь? Говорит, с 5. Потом сам передумал на 10. Ну, просто чисто гипотетически. Вот, а как будто у тебя был выбор. Ну, то есть... Время не то слово. Да. Смотри. Слово игроку номер. Ну, что, ставка была неплоха. Ну, мне реально, ты как бы плачешь, ну, типа, обижаешься, что я не вскрылась тебе, но тебе же тоже показало, что 7 капец какой красный. Ну, пока вот по нему ошибок было на этом турнире меньше, чем по тебе были, ну, что поделаешь. Не знаю, мне казалось, ты красный, я это в речи сказала заочно. Просто выбор был, я выбирала откровенно между вами, я достала шерифа, понимала, что кому-то из вас будет вскрытие, вот седьмому повезло чуть больше. На случай, если вдруг нет, для меня красная 4, мне кажется, не черная 5, и это все равно 1, 2, 3, 10, все черные, но второго я проверять не пойду, если вдруг сейчас игра не заканчивается, я пойду проверять 5, ну логично же, ну да, классно. Да, типа, если 5 красная, просто 2 и 9 мы снимем, и все, потому что я думал, что красная 4, и, короче, все, бла-бла-бла-бла-бла. И второй, когда они ушли, показал, что один красный. Чего? Выстреляю 3. Ну, все нормально. Без паники на корабле, пожалуйста. Леха, у тебя ты ездишь в этой машине, которая зеленая была на квизе, да? Или нет? Это твоя была? Скажи, тут припарковал, это недалеко. Ладно, спасибо. Вам слово игроку номер 2. Да, ладно. Там прикол такой был. Вот вам персонально скажу. Короче, когда говорила 8 сказала 2-3 это вместе, игроки черные, после этого 3 это сильно не понравилось. Вот моя мысль была, что 8 не надо играть, ну типа, что 3 знаешь, что 8 черная, и типа не надо им играть на разбежку, типа по черной команде 2 и 3, потому что 8 тогда должна будет открывать 2 и 3. Вот, короче, немножко сложная мысль, ну, не знаю, вот она у меня была.
Ладно, неважно. Мне казалось, что красный один и черный 10. Но, типа, ну, если вместе черный, типа, никто из них ломать не мог, поэтому это не имеет значения. Кто-то один сломает, это тапочки второму 100%. Вот, поэтому... Да, ну, все. Спасибо. Спасибо вам. Мы переходим в суд. 8-3, подойду голосование. 8-3. Кто против игрока номер 8? Спасибо. 1-2. Кто против игрока номер 3? 7 рук, 1 рук, номер 3. Надо эволюционировать. Никто показывает, а просто уже, наверное, цифра. Просто так цифра. Уже реально никто не получается. Чисто. Или рукой, да, может, надо еще. Блин, я хотела представить, когда может, реально надо было представить. Да, ничего. Это самое. Что-то еще было смешное, что-то меня насмешило в игре. В общем, ну, ура, поздравляю. Здорово, мы выиграли. Спасибо. Стоп, игра в «Привет, города».